чудеса. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок. Но взрываюсь. Ты оказался предателем. Иди же. Шальная тетя, ты куда побежал? Иди, ну, убегай, там все, чтобы не уезжал. Не мешает мне. И тело бы желательно поискать, мне несподручно заниматься этим, когда ты не ходил. Пошукайте там кто и как-то не сильно напрягается, где-то тело какое-то. Эту ледяную в первую очередь зерните. Если ХП мало, выходите, нужно выпуск прижимать. Сейчас, короче, я в пачку поднимусь, вот эту наверх. Милики, туда не заходите, там 5 вертушек. Будет очень печально. Просто РДДшники, а у меня есть четыре. Ну, милики так, постойте, почините. Ну, если стан дали, там одна-две вертушки, может, не убьют. Можете подходить, там пару вертушек дать. Ну, так, в принципе, как на Золджине, обвиняет от нихре и все. Если кто был за ломами. Притяжка еще сбивает каст вертушки. Жалко, на Золджине так нельзя. Когда будем бить Вальку, это у нее сейчас щита не будет. И мобов. Дед Мороз мобов позаводишь под Вальку. Когда, в общем, будем бить мобов и Вальку. И пока мобов не добьем, едва, не забегайте на лестницу. Потому что запустится босс. Запустится бой, ворота закроются, и придется лопаться. Вальку дамажим. То скоро щит на нее появится секунд через 20. Старайтесь убить ее быстрее. Там моб потерялся, что он стоит вдалеке, опять не писал. Еще одного моба убьем.
Забегаем сюда. Ворук подошел ко мне? Да вроде нет, за мной бегает хвостом. Ладно, тогда, Дед Мороз, мы с тобой тончим. Моя сторона. Я тут. Тут. Все тут, да? Рыба в порогом двери. Ты Морок тончи, короче, тогда в кружке. Я звездочки буду. Значит, Инсика летаешь в порталах. Где ромбик? И Хиля летаешь за Инсика на те треугольник. Ты за ромбиком летаешь. Ну и тут, ну еще. Или, да, подойдет почилит там. Тело на тогда. Тут вы втроем там летайте. Или голосом говорит там, по какой против, по часу. Или просто визуально за ромбиком. И Хиля, ты за ромбиком. Луна тоже за ромбиком. Все, особо тут. Давай чекнем. Что лок называется доспех, который увеличивает исцеление по нему? Ну не зеленый, там какой-то демонический доспех, по-моему. Этот доспех Скирна, тут демонический. Он паривит, по-моему, включил, да? Он паривит включил. Квадратными поставил. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Уродим она вообще называется. Череп сыграли все. Кто помнит? Я что-то забыл значение фразы когнитивный диссонанс. Что это означает? Кто-то вертится в голове, забыл. Когда у тебя вызывает непонимание два этих определения. Ну, они как бы друг другу нахер посылают. Хотя они оба правы, верные. Не зря два высших у тебя, да? Ну, я мог сейчас, насколько я помню, мог херню спороть. Красиво бы он так койл люди, давно бы он взрывается. Как будто с койла убил его. Прикольно. Там подавители бейте, вот справа слева их надо в первую очередь бить. Толстого потом. Подавители не потому что снижают исцеление по вальке. Из-за этого нужно долго придется хилить. Сначала вон мелкий, но не мелкий.
42 с танка, да? Suppressor spawn. Что, остаться решил? О, как сейчас получилось, что не взорвался зомби? Прикольно. Черепок стрела. Я думаю, сейчас запитан уже. Ну да. Я короче остаюсь. Да, просто захилить. Конечно. Надо, да, надо кому-то. Можно попробовать. Никого. Дота Соджа вот. Понял. Чё мне сгонять за за камнями там? За какими еще камнями? Вот это. Ну там в ретрика или мы будем с ним. Нет, пилот. Какой ретрик? Ты хапал? Будь хапал. Блин. Будь 7. Если колечко никому принципиально не нужно, я бы на кота на успех взял. Если прям никому не нужно. На инха на вот жуки. Жуки. Говна кусок на инха. Пароль не жалко. На кота посильнее. На кота так посильнее. Тоже нахер. Так я еще не факт, когда его соберу. Я просто, если чтобы не выкидывать, не распулять. Да в любом случае на инха этот мусор одевать бесполезная тема. Ладно, я ему дал, там надо, не надо, не знаю. Можешь ему дать на кота, если не надо. Я думаю, не против будет. Остальное там хорошо. Тапки обосы. Пошли вниз. Что там нет никакого тела желающего? Такого. Редко играющего даже. Обычку закрыть с пацанами. А у меня, слышишь, у меня, оказывается, кровь была все это время в сумке. Ну, я знал, поэтому и забрал кровь. Молодец. Блин, если ты так все знаешь, почему мне не говоришь? Может, ты знаешь, почему я еще плохо агро держу на мишке? Да, потому что... Ротация должна быть. Случилось. Ну я так не бью тут трэш. Можно и так. Чего вы дохнете? Ну и вообще что вы делаете? Я кинул только лужу на ДК. И меня убило сразу. Они пришли сходу, меня сразу положили и все. Наверное, потому что... Ну, надо на пул на танка давать. Ну, я еще не добежал. Ну, вот это что, это вайп на трэш называется. Так мы трэш-то остановить не можем. Ну а зачем вы забегали сюда?
ладно, стопайте хил, спиной к боссу встаем, будем заново бежать сюда. Я рисну, я подбегаю уже. Вентами запустится, нет? А если слева обойти? Не надо никуда обходить. Сейчас исчезнет это все. Ну, где вы так делаете? Ну, все пуги так делают или что? Где вы научились так? Во-первых, танка нету. Давай полевить сразу шкаф, ставь. Дота, Лев, Лучезара, вставайте. Тыкаем на сумон. Блев и Лучезар есть. Ага, хорошо. Так, ну два тела не встают. Пошли в центр комнаты за мной. Что, идем? Да, рыбу съесть. Да, там успеем еще. Там мобы исчезнут, когда добьем. Будет скинет собой. Вот рыба будет стоять тут. Подходите все, вставайте в центр комнаты. Когда мобы подходят к центру, нужно давать реп на пол и нужно давать гнев небесный, или дать стан мобик. И бить надо... Реп, бафы киньте, маг, ауэр, который... И бить надо чуть погодя, не сразу там что-то кидать. Видишь, никто не умирает. Сейчас вот эти маленькие умрут, нужно будет даже рыбу успеть повести. Хотя еще там видно будет. Перебафнуться, если можно. Это не видать рыбу. Вот. Где-то сбоку ставит. Сейчас, по-моему, еще мелкие будут. И после них вот рубик пойдет. На кружке. На кружке. Ага. Ну там еле-еле. А вон сбоку слева поставили еще. Сбоку еще одна. Вот этих мелких зальем и идите все в ромбик. Тут остаются танки. Мрук, ты слева вот здесь вот. Ой, справа вот здесь вот, где звездочка, тут стой. Три твоих моба, а я здесь. Сводим в центр. Медики, не подходите, я вешу. Потом, когда 6 мобов этих зальем, вернетесь обратно в центр. Ой, как долго. Полчаса только осталось. Станом притяжкой сбивается вертушка от этого моба. Если дали станы, видите, вертушки там один моб крутить, в принципе, не должен быть. Так, смотрите, имейте в виду осторожно. Все, в принципе, там один полуживой моб. Возвращайтесь обратно в центр. Блядь. Резать. Сейчас после вот этих маленьких резать. Кастуйте рез. Только не 10 человек одного и того же. Разных людей резать. Шальная резы, жуки резы, жуни резы. Я перезахожу, так что там... Ну, Марти еще резать, не кастовал где никто. Ну, Синтек, чё, видишь? Ты поддался на уловку тут тоже. Я доверился тебе. А ты... Да, да. Чарующий голос, скажи еще. Ну да, этот очаровательный голос. Для него можно и роман писать. Чтобы жуки не сэвейдились и чтобы второй раз это не начинать, нужно в центре стоять. Вот тут вот, в центре.
центре, не в ромбике, а в центре. Тут вертушек уже нет, два мобас, последняя вертушка номер. Мы стоим в центре, чтобы жуки эти не прыгали, они просто доходят у нас и спокойно закрываются. Вроде бы вот эта пачка мелких, еще одна. И все, откроются двери. Ты там клятву хоть нажимаешь? Да, я по КД нажимаю. Обманул остановить. У меня и зелье есть, и расовое. Показываю гайд, как собрать мобов. Видите, вот так вот по центру. Поворачивайте налево, потом поворачивайте направо. Забирайте мобов. Вот так вот. Вот так вот. Теперь гайд на этих двух мобов. Вводишь их к стенке. Остаешься к стенке спиной, чтобы не откидывал. Ну, конечно, сбивается станом или притяжкой. Можно и так. И не клевают. Эй, Хиля, ты вообще откуда? С какого сервера? С циркуля или откуда? Я раньше на циркуле играл, потом что-то на год забросил, на Сирусе поселился где-то на годика полтора. Сколько серверу X4 времени? Ну, я не помню. 2 года, да? 3-й пошел. Вот я влетал в первый день там. А потом опять перерыв взял без учёбы. А там Макс ходил? Да, Макс, да, походил. Тут раньше была гильдия Симфония Ночи. Ну, я не помню уже. Там что-то все поссорились. Синдра очень простой босс. Сейчас просто слушайте, что говорю, и точно делайте. Если вы, ну, первый раз там, если нервничаете, то просто не бейте, стойте и слушайте. А потом уж как вы поняли, что вы стоите просто так, ничего не делать, можете побить немножко. В принципе, тело бы еще какое-нибудь неплохо будет взять. Хила бы поменьше как-то сделать. Ну ладно. 6 хилов я так хотел. Плюс Мерис там не одет, потому что считаем, что у нас 6 хилов. Это, кстати, бросок через плечо называется. А чё вы там молодцы бьёте? А я внутри жду. Не, я тут бью. Когда дракон будет умирать, встанем вот сюда. Игольник, и там будем захиливаться. Потом мы петов уберем.
можно сейчас убрать, в принципе. Даже если там туда заводишь, все равно захиливать надо рейд. Ну, примерно тут где-то на входе стена льда появляется. Ну, вот, в треугольнике она появляется. Сейчас эфир закончится, босс умрет. Вот, встаем в треугольник и захиливаемся. ШВ не поможет. Тотемы там уберите, у кого-то тотем есть, тотем трепета, тотем еще чего-то там. Опять чей-то. Так, ставлю рыбу. У кого есть сопрот, пейте сопрот. Тут магия льда, да, наверное? Да. Убивать будем на лестнице или на балконе? На лестнице. Значит, когда босс взлетает, у него есть. Он кидает людей 5 меток. Покажу метки, как ставить. Сейчас метки я и уберу эти метки. Вот. Одна в кружок. И две слева. Две справа. Это не трудно. Примерно вот так. Запомнили? Я ставлю только две метки, звезду и кружок. Звезда — это та метка, куда будете ставить глыбы на второй фазе. Кружок — это та метка, где на второй фазе стоит рейд. Когда босс взлетел и кидает на 5 человек метки, у них над головой появляются синие галочки. Надо посмотреть, что у тебя над головой синяя галочка и в дебафах. Где вот премиум, морда, холод трона, там красная такая метка, будет написана метка ледяной склеп. Нужно будет побежать вниз к ступенькам, одну в кружок поставить, две слева, две справа, вроде не трудно. Самое главное, вдвоем не бегайте туда-сюда, то есть не флексите вот так вот, там я не знаю куда бежать. Вот, это самое главное. Потому что если вы встанете вдвоем, рейндж между глыбами должен 12 метров быть. Если встанете вдвоем, вы получите дамаг не 12, не 15 тысяч, а двойной урон от одной, и это второй глыбы. 30 тысяч, сразу помрете. Может, не сразу, если у вас будет там тучка или 50 на 50. В общем, все по ходу дела. Сейчас посмотрим, кто как играет. Понимаете, готовность. На второй фазе первую метку сразу в звезду. Сразу в звезду. Про стаки им не расскажешь? Да, посмотрим, что будет. Потом порассказываем. Посмотрим, как люди играют. Значит, Марук танчил Синдру в обычке 35. По смене танка на последней фазе, когда босс не взлетает. Как только скинул, сразу меняешь. Не считаешь ни стаки, ни свои, ни мои. Скинул, меняешь. Вставайте к боссу поближе, потому что скоро будет притяжка. Как вас притянет к боссу, сразу от него убегайте. Да, в сторону кружка примерно убегайте. Локи там портал, соответственно, ну, у них есть два портала. Чтобы вас притянуло быстрее, больше времени убежать было, ближе к боссу подойдите, все в миллизону. Через 5. Готовимся сейчас к тяжкам. Стаки, я так понимаю, не сикобищи. Да. Меточки вниз спускаемся. Одна в кружок, две лево, две право. Давайте разбегайтесь. Ну пиздец. 4 глыбы падает, считаем. Прячемся за глыбой. Кипаса ты не видишь? Синюю парашу. Кружок, от него надо спрятаться за глыбой. На полу видишь кружок? Четвертая падает. По глыбам бейте фул ДПС. Если вы их не убьете, там люди умрут. Ч
Что скажешь свое оправдание, Сика? У меня ботинки не с 12% скорости. Нарти ресы инсику, ярин ресы паревита, или ресы хирургия. Три бэра, грифка, да? Каску лапу пристабаф обновляем. Хирургия сдох от стаков или от дыхания в череде под боссом? Дыхание. В череду не давай в дыхание. После дыхания давай. Притяжка, встаем поближе. После дыхания будет притяжка, готовимся. Больше не умирайте. Готовьтесь отгонять, сейчас притяжка будет. Беги, малышка, беги! Мораль. Мораль дота. Стаков много накопили, да? Да нет, у меня только 8 было. А-а-а. Я думаю, это... Нет, это нехорошо. Это хуёво. Я с 10 выживал. Хилы, наверное, бежали в это время и забили на тебя болт. 7 хилов. Одну в кружок, 2 слева, 2 справа. Вдвоем. А он в зеленку меня на сток не пробьет. Я всегда в зеленке там остаюсь. Тебе надо немножко популярнее объяснять, ты немножко не понимаешь. Ты умер, ты заслакал. Ты не контролируешь, сколько урона в тебя входит. Невнимательно относишься к этому. Хоть там и 7 хилов. Что-то четвертое, да, по-моему? Все, выбор разбиваем. Теперь у нас не минус 1, а минус 3. Бить можно только в случае, если будет 0 смертей, но больше не будет 0 смертей. И то еще третья звездка будет. Что там по ДПС, кстати? Ну, надо кого-то хила убирать. Нормальный ДПС. Ну, Джуни 4000, по-моему, на БК люди больше дамажат. Маг тоже 5000. Хирургия 8000. Беги, малышка, беги! Паревитки паса по 8000. Друид, интересно, что, притяжка, да? Экипаса. Ну-ка. Экипаса. Ответный удар. Экипас это 10. Так, на арте. Наверное, падать сейчас будем. Друид. Что у тебя, форма оленя работает? Кипаса, ты в курсе, что такое освобожденная магия? Падаем, все сбегаемся в кружок, в одну точку. Вниз спускайтесь в кружок, падаем. Замораживаемся. Все, сейчас умрем. Сколько висимся. Стаков подержать с этими хилами? 5? Не больше? Да, я не знаю. Ты самое главное... У меня там урон шел, я вот информацию можешь... открыл. Ты можешь хоть сколько держать стаков. Самое главное на притяжке скинь стаки, потому что когда люди бегут, они либо могут подлагнуть, либо там они, видишь, они стараются выбежать из-под босса выбежать. А ты со стаками такой бежишь, на тебе 8 стаков по 8000 дамажа, плюс аура от босса, и ты помираешь. Плюс ты там вот 4-6. 1600, блин. Ладно, надо что-то делать в сторону или. 6 хилов хилить, одного хотя бы убрать, дамагера найти какого-то, есть какие-то варианты? В принципе, умирать не будем больше. Покидайте тело, заходите в инст. Тут не, ну зачем масрез? Тут портал нажимаешь, и ты на боссе. Там починка есть на первом этаже, если что. Да, мимо починки побежите. Дамаг очень малый, код 10к. Давай в кота прыгай. Так. И хоть потелью закину сюда. Хотя... Вот 6 хилов вот эти, пускай, допустим. Дамагера бы найти. Да и вообще, дамаг, ну я не знаю. Прям, как это сказать, вот я обычно называю это санина полная. Джуни прям вообще просто, ну ты даже сюда ну не подходишь, то есть... Ты, ну, грубо говоря... Я могу на Эрдру зайти, если надо. Нет, ну, не придумывай. Их тут 3 Эрдру, блин, ты чё? Надо дамагеров. Вон груд там есть, давай, пати. Груд с какой гильдии, напомните? Триада. Вот груд. Вот Синхан есть. Не больше дождать.
А чем ВПХан сидит АФК? Говорит, я спать пойду, сука, сидит до синдры. Тинхан состоит просто это. Я хочу Джуни поменять, потому что очень мало дает. Прям 4000, это я не знаю, ну как дамажит танк. У меня, наверное, четвертого куска нету просто. Поэтому толку нет. У Джуни, что ли? Ну да. Ну прям вообще... Я с собой могу зайти, Слава. Не надо ничего, ты чё? Да сейчас убьем, умирать не будем, и все убьем. Умирать, да. Во-первых, не надо, да. Так вот, груда взяли. Ну и Джуни бы поменять еще на нормального дамагера. Ладно, хорошо, Джуни, давай трай дадим. Будет сейчас такая же параша. И, ребята, еще раз объясню. Вот кружок, один челик бежит. Остальные два челика лево-право. Вы примерно метки появились там на вас. И когда вы отбегаете наверх, вы не убегаете далеко. Там Долоран вот так вот. Ага, еще каменька станите в Долоран. Типа так далеко убежать, чтобы от этого всего, от трудного босса. То есть, вот ренжа, смотрите, вот если в кружке метка стоит, вот, вот такой ренжи хватает, чтобы вы не заморозились. Вот как я стою. Вот видите, прыгаю. Не надо убегать миллион километров. Там дуба стоит, да? А вон дуба. Очень простой босс. На взлеточке 5 меточек поставили в рядочек. Спрятались от 4 бомбочек. Когда четвертая бомбочка спадает, уже смотрим на... Вообще на первой бомбе уже смотрим на хп глыб. Бьем ту, которая фуловая. Если у глыбы пол хп, уже ее не бьем. Можем дотку кинуть, но слабенькую. Сильно не задотывайте. Когда уже четвертая упала, надо зергать глыбы и уже бить босса. То есть садится босс, уже нужно, чтобы глыбы исчезли. Слав, подожди, сейчас дойдем до второго. Это, до второй фазы начнется хаос. Не начнется, там бывает. Не моли ерунду. Почему? Там все очень просто. Где там Ярин? Че, думаю, что-то есть все-таки вместо Джуни. Я не знаю, Джуни, никакого-то элема тебе надо делать. Это потому что параша 4000 ДПСа. Есть там у кого-то в гильдиях онлайн какой-то? Ничего, бычку все закрыли. Типа контент. Да пока ищем, а это уж так. Давайте проверку. ВП пишет, что сейчас зайдет. Давай, сейчас мы трай дадим, ты пока заходи, раздупляйся. Все, все готовы, спускайтесь в кружок. Пускай босса. Этот Джуни, я не знаю, что ты делаешь, потому что это вообще жесть. Тебе ходить надо в ГМОП еще. Еще у тебя там вон камней нету. Вообще. Сейчас отведу немножко. Тяжко подходите по боссу, к боссу поближе, готовьтесь. Вот, отбегаем. Форма оленя. Вот. Смотрим синие меточки над головой. Далеко не убегайте, немножко сосредоточьтесь, чтобы видеть друг на друге меточки. Спускаемся вниз, меточки. Вот, отлично. Рыж между собой, сильно близко стоите. Вот, нормально. Вот, отлично. Молодцы, вообще идеально. Несложно это. Первая бомба падает. Видели, да, справа такой кружок. Глыбы подбиваем. Вторая справа близко также падает. Видно? Кружочек такой на полу. Вот. Третья падает прямо посередине. На четвертую я выбегаю. С Миника, блеф, словили урон. Зачем-то. Справа падает. Добивайте глыбы. Уже босса пробить.
там чтобы не откидывало, там чтобы вы ДПС не теряли. Смотрите, поближе по боссу вставайте, скоро будет притяжка, готовьтесь. После вот этого дыхания. Готовимся. Беги, малышка, беги! Взлетка. Кружок одна, две слева, две справа. Спускаемся вниз. Вместе не бегите, немножко меньше возьмите. Ага. Все нормально. Идет. Справа близко падает. Ступеньки прячемся. Опа! Кипаса, Лучезара. Я хиляю. Осторожно. Да я что задумался? Прячемся справа, падает. Третья глыба, если что. По глыбам, которые фуловые побольше. Четвертая падает, последняя глыба, готовимся. Разбиваем глыбы. Сколько там босса? Уж поможете мне слева, я один ее бью. Готовимся. Поближе к боссу стою. Будет притяжка скоро после дыхания. Потом пару процентов до фазы уже. Жуки там, Джуни не стакали. Беги, малышка, беги! Да? Пол процента до фазы. Кипас уже хитим. Пошла фаза. Первую синюю метку в звезду. Милики отошли в кружок. Ушли отсюда. Быстрее. Инсика в звезду, захилить на фул его. Стоим в кружке ровно, право-лево никто не выходит, скидываем стаки, разбиваем глыбу. Разбиваем, ой какие лаги. Следующую звезду, Марук, уйди, забирай звезду, звезду, уходи от меня. Я слышу. Встань в звезду. Я стаунтил просто, стоял на месте. Милики, вот эти двое, выбичи совсем. Видите, челик с глыбой туда идет. Сейчас будет притяжка, одну разбейте и две вот эти подбивайте. Вставь к этим двум глыбам. Шальная вышел. Шальная, выходи. Его сразу РДД разбивайте. Все, за притяжкой стойте. Ушли, милики, отойдите. Притяжка через глыбу убьет. В звезду следующую неси. Кто сейчас будет следующий? Так, я в звезду несу. Отходите отсюда, милики. Рейд. А, у тебя частица не работает, поставь. Шальная, прочитай на ХП гим. Разбивайте меня сразу. Сейчас пойду тебя менять. Все, следующую тоже звезду. Все, это по КД так же делаем. Звезду, ушли, милики, не заморозься. Заморозьтесь. Все, разбиваем. Блять. Блять, что, нельзя отбежать, что ли? Разбиваем быстрее, две глыбы, быстрее, быстрее, там наш ДПС. Захильте, хилы. Звезду. Дота, звезду. Звезду, ушли все, звезду. Ушли, милик, блядь. Вот. А, это, а, этот танк. Ты забрал. Иду скидывать. Так, следующую звезду. Куда ты наверх-то? Звезду, звезду. Где он? Вошел наверх, потом побежал. Все, стоим. Ёпти. Сейчас будет притяжка. А че вы хилили? Ну, 6 хилов. Сейчас будет притяжка, готовимся. Беги, малышка, беги. Отбегаем. Но она не отбежит уже. Да. Куда, 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 куда? Пофигу уже. Падайте. Дед Мороз с танка.
Марок в ДД. О, ваншотнуло. Ледяное дыхание на 50 тысяч, и это оверкил. Пятьдесят шесть тысяч, да? У тебя фрушмота нету? Марук. Да? Я так понял. Заходим. Чем ВПХан тут, Диси? Или что, все, свалил? Ну, что ты там далее будешь делать? ДД шмот возьмешь? У тебя шмота нету, что ли, просто? Мир тебе. Печально. Ну как, откуда он? Ты ж танчил. А, трайл, так, понятно. Так, стоит рыба. На синхрон группе состоит. Ну это третий ДЦ, это не надо, какой смысл? Один ДЦ в холик аспектнуть у нас может. Так, у нас... Дим, ты в танке. Там ФПС вообще чудный. Ну Джуни 3000 типа это вообще, ну ты вообще, блять, как я не люблю это. Он сколько дает на МВП ДЦ на своем? Тоже 3000 или 1010 даст? Тут половин 10 не дают. Ну 3000 это совсем параша. Ну я не знаю, Джуни тут, ну, мучилить надо. Это, ну, я не знаю, что есть, что нет. Если какую-то десяточку хотя бы прибавить, вон, чуть-чуть еще я его передоножу. Ай, блядь. Все, заебись, все нормально. Просто сейчас танк пожирнее будет. Надеюсь, его не шотнет. Там он одетый так же, как я. Почти. Приступ баф раздайте. Все, проверка. Так было бы тело, я бы свичнул сейчас. Все, запускаю. Что-то никак не бурстану с пулу, блин. Как-то никак оно все не встанет аккуратно. Видишь, тебя захиливать надо. Видишь, стаки, как тебя бьют. У меня чуть, всего чуть, было 4, только сейчас 5 поймался. Я не знаю, как так получилось, что... Ну, это когда ты под панцирем дыхание еще. Ну, ты это словил. Кстати говоря, Антика, фридом с тебя. 6-я лишняя глыба, зачем? Раньше не видно, 12 метров. Антика, алло. Четвертая глыба падает, Кену захилить. Че глыбы ловите? В Гере это сразу вы падать будете, там миллион урона. Это тут по 20 тысяч. Сика. Ты тут вообще? Че ты там? Уснул?
Не, нашел, нашел. Смотрел видео на ютубе, где челик прописывал макросы вручную? Нет. На арене. Тархан, правда, автоатака. Тяжко было, после дыхания готовимся. Ближе стоял. Тяжко, отбегаем. Ты мне сейчас говорил, Ханту, про автоатаку? Нет. Нар терес экипасу. Хотя бы 8000 дает. Потеря большая. Фридом. Линсика или Ахиляя. Есть такая тема у Знань Свободы? Да, да, да. Все, я его нашел там. Я перед притяжкой давал тебе. Первая упала, вторая справа падает. Третья по центру. Глыбу вот эту центральную подбивать. Марук не выглядывает. Ты ГД теперь. Четвертая, последняя падает. На ВИЧ сидит. Ой, все под лагами. На секунду подвисли. Тяжко будет, скоро готовимся. Стоим поближе. Беги, малышка, беги! Кипаси вообще, ну... Кипас. Нет, ты конкретно, ну... Я это... Бич ты. Что просвещение, что ты городишь? Дебаф не видишь, дамажишь 30 тысяч. Звезду первую метку. Маруку звезду. Остальные шли. Марук звезду. Все. Алло, не спи. Подбиваем сразу. Разбиваем. Следующую тоже звезду ставим. Не знаю, будет на второй, либо на шестой там, на пятый. Дед Мороз, иди меня. Скинул меня, скинул меня, скинул меня. Ничего не считаешь, ничего не ждешь. Встаем в кружок, возможно, будет притяжка. Ну, точно не скажу. Дед Мороз. Вот сейчас через 2 секунды должно быть. Ну, может быть, может и не быть. Все, притяжка, хорошо. Вот вы разбили. Ставьте звезду следующую метку. Следующую метку звезду, милики ушли. Или Рис и Нарти. Стоим в кружке ровно, скидываем все стаки. Языку просто так она. Все, я скинул, буду менять. Разбивайте глыбу, следующую звезду тоже разбиваем. Иди скидываем. Иди скидываем. Пошел. Звезду, звезду. Так, маг звезду. Стоим ровно в кружке, все скидываем стаки. Разбиваем глыбу, разбиваем глыбу. Следующую звезду будет притяжка. Вроде бы. Вот эту правую разбейте. Центральную не трогайте. Правую разбейте, РДД. Фу. Милики, отходите. Вот сейчас притяжка через. Милики, отходите, притяжка сейчас будет. Ставь рядом со звездой. Вперед со звездой, вперед со звездой. Вот все, там замораживайся. Сейчас притяжка будет. Стоим в кружке. Вот притяжка. После притяжки две глыбы разобьем. Иду менять. После притяжки две глыбы разобьем. Быстро зергаем эту глыбу. Быстро зергаем везде глыбу. Следующую звезду и сразу разбить. И скидываем. Ага, захильте ДКшника. Звезду, звезду. Синяя метка, звезду.
Все, стойте в кружке, скидывайте стаки. Ярен, ресы, Нарти. Нарти, ты ответный удар тоже хлопаешь? Я потом посмотрю баррикаду. Как кипаса. Да, Геру. Для глыбу разбили. Я скажу, притяжки. Я скажу, когда Геру. Звезду ставим метку. Звезду ставим метку. Еще притяжка одна будет, и после нее уже будет Геру. Стоим в кружке, скидываем стаки. Две секунды. И разбиваем. Все, подбивайте глыбу, разбивайте. Разбиваем. Следующую звезду милики ушли. Я поменял, иди. Скидываем. Все там. Не заморозься только. Так, не бейте эту, отойдите назад в кружок, будет притяжка. После нее, как бы притяжка придет, все глыбы в сторону. Лучше Сара ставь звезду. Звезду. Прям рядом со звездой. Так. Угу. Вот. Сейчас будет притяжка. Иду скидывать. Стоим в кружке. После притяжки уже все разобьем. Сейчас притяжка будет, готовимся. Жуки тоже в звезду неси. По таймеру уже минус 20 секунд. Вот она, притяжка. Все, давайте Геру уже сейчас. Кстати. Все, вот эту глыбу разбивайте. Все остальные право-лево и добиваем 4 ляма. Все, иди. Чиль. Знаете, у тебя еще две. Право-лево, главное, выносите глыбы. Шальная вынес. Лям добивайте. Гимн на ХП. Нет, пистол, да? Ладно. Сложный босс. Только что-то в этот раз с притяжками давно такого не было. Глыбу разбейте, товарищ умирает. Вот сейчас будет самый сложный босс в Вальке. Самый простой босс. А, да. Сейчас не телепортируйтесь никуда. Если телепортируетесь на верхний ярус, стойте на месте, никуда не бегите. Вот это надо кому-то? Пока себе закину, короче, на распыл. Если давай телепорт... мне. Если телепортируешь. Не надо. А, ну все, ну, давай. Давай, пошли, я сейчас телепортируюсь. Там очень сложный босс сейчас. Если 5 человек сагрят Вальку, а мы половину на лече будем стоять, будет на весь сбой. Будет печально. Стойте, никуда не бегите. Стойте, назад, назад, назад. Стойте. Так. Все, идем за звездой. Вот тут встаем на мосту и ждем. Две Вальки. Так, спасибо, что сказали, что надо фрушмот снять. Куда ты подавать? На верхний? Верхний ярус телепортируется. Да, тут на мосту бьем Вальку. Вот эту первую бьем. Стан по ней будет давать инсика. Вторую сразу агрю. По ней стан будет давать. Давайте я хилю вас. Вот эту первую зергайте. Стан в каст главное, да? И... Чё? Ну не работает, да? Что же такое? Да, не бегайте. Реакции нету, да? Инсика, братан. Чуть-чуть. Все, про эти страждущие души забейте. Вот Валька ее бьет там. Готовьте стан по ней или притяжку, у кого есть в каст. Будет каст такой, чтобы на парашу не звал. Вот. Вот отлично. Так, Марук. Что такое танчить ширкорей на лече, знаешь? Дед Мороз, тот же вопрос. Он знает. Дед Мороз знает. Ты ширкорей потанчишь, я леча подержу. Расстановочка очень простая. Ну, я отдельно держу. Руслан био отошел. Это кто, Дед Мороз? Нет, это Марик. Это Марик. Ну, да-да. Значит, лич. Позиционируется примерно. Тут я его поставлю. Вот. Ты с ширкарями примерно вот тут. Да. РДД. РДД. Примерно вот тут. Вот. Ну, без всяких лишних там приколов. Пока не знаю, кто как играет. Под СШником. То же самое. Мерис. Первую и вторую группу считаешь, там более такие плотные ребята, милики. Ну и Лучезаров, ДСшники тоже. Третью, четвертую, пятую. В
фул, фул, фул щитки будет вообще без напрягов. Также 6 хилов идем, как и были. Сейчас там усиленное заражение, немножко дотка очень, ну, намного больше бьет, чем раньше. Так вот, рыба. Ребят, фласки, фласки и прочее обновите, у кого закончились. Очень простой босс, здесь есть лужа осквернения, когда черепок вешается на вас, вы отходите в одну сторону, а все остальные 24 человека отходят в другую сторону, куда надо выносить осквернение, вот смотрите за звездой. Если вы стоите вот здесь, примерно, лицом в звездочку позиционируется лич с какой-либо из сторон, ну по-разному бывает. Если, к примеру, лич стоит вот как я стою, звездочка, относительно центра комнаты, то полетят вальки, которые, ну если люди в плаще лича стоят, ну или рядом там сбоку, справа, полетят по направлению по вот этому. Это я объясняю для тех, чтобы вы понимали, куда полетят вальки, чтобы вы понимали, как нужно встать, куда полетят вальки, чтобы вы не полетели в лужу, например. Если люди стоят, рейд вот здесь стоит, относительно центра комнаты, неважно где стоит лич, то вальки вас хватит и понесут сюда. Есть такой прикол, на Сирусе добавили, что даже если все стоят вот в одной стороне, все 20, 25 человек, МТ не хватает никогда. Бывает такое, что хватает две и несет в эту сторону, а одну вот в ту сторону. Я такой прикол заметил, тут, видать, они что-то специально прописали. Прям лично видел, как вот отсюда валька берет и туда несет, в ту сторону. Если такое будет, одна валька бьется всеми РДД. А в вальке, которые две, с ними ведется лич, и, соответственно, их бьют милики. Самые сложные вальки, это вторые. Они одновременно с осквернением. Сначала ищите глазами черепок, отходите от лужи, убедились, что там никого в луже нет. Бежать нужно от лужи до тех пор, пока не убедились, что в луже никого нет. Вот. А не отбежать от лужи вот так вот на миллиметр, как я вот от кружка устал, и такой стоишь, кастуешь там вообще. А там какой-нибудь бич... Или с вальки свалился, или не выбежал и словил тик. Лужа увеличилась, вы стоите, кастуете себе, и лужа опять увеличилась, и все, и вайп. Чтобы такого не было. Вот поэтому еще раз повторю формулировку. Бежать от лужи надо до тех пор и смотреть на эту лужу, пока вы не убедились, что в ней никого нет. Вот я смотрю, в кружке лужа, да, и я бегу. Ага, смотрю, ага, вот она еще выросла. Одно тело там выбегает. Все, смотрю, никого нет. Все, значит, могу пойти побить, что-нибудь поделать. Валик бьют все. В вальках наш ДПС, наш ХПС. Все очень просто. Когда сбежаться, все будет сказано. Слав, самое главное, из луж нельзя выпрыгивать. Из луж можно выпрыгивать. Можно, если они развили, не можно выпрыгивать из луж. Так, теперь по этому, по диспелу чумы. Кто это сделает так, чтобы не было такого, что он не выносил, и человек упал, он сам виноват. Я с него не диспелю. Есть такие люди, кто сможет диспелить чуму на 4 секунде? Мэрис, я думаю, ты знаешь, да, как это делать? Угу. Или нет? А что? А что у тебя? А что за проблема у тебя? А, пинг? У Чезара есть пинг? Где там у Чезара? Тут нет. Вот, Лучезар, ты тогда диспель чуму. Чуму выносит, если билик, то выносишь вот раз, два. Вот спина шарка еще. Раз, два, диспель, пошел бить дальше. Если это РДДшник или хил, хоп, на тебе чума, посмотрел, раз, два, диспелили. Раз, два, вернулся, обратно бьешь. Все очень перед просто. Перед мордой шаркунов не становитесь, они кливают. Так что за спину забегайте. Ну, не кливают технически, там ударную волну дают. Ну, я надеюсь, они к нам спиной стоять-то будут. Да, они будут спиной стоять. Вот как вот носик, если треугольник, вот эти треугольник, кружок, ромбик, в ту сторону спина, вот здесь вот. Этот, вот здесь лицо ширкарей будет. Ну, в общем, Дед Мороз, я думаю, не отвернет на вас. Все, проверка, давайте посмотрим. Про третью, не, про комнату не расскажешь? Какая комната? А там инструкции дадим, если человек попадет, который не знает, там, ну, либо прижиматься будем. Вот. Знаю. Там, на переходке. Там по ходу дела, скажем, на сферках, вон этот самый Best Knight будешь бить. И... Да, как всегда, я понял. И кто еще? Да я думаю, его достаточно будет у него. Там на второй просто больше будет. Не, ну, может быть и достаточно будет. Короче, если шипешники помогайте, двое шипешников на второй переходке, там просто больше сфер будет. Выпускаю меча, короче.
Лича по-хорошему надо в традицию взять, чтобы все, кто и так не делает, вот лича надо нажать на него левой кнопкой мыши, нажать правой кнопкой мыши по его портрету, нажать запомнить цель. Он должен у вас быть. Вы должны видеть, кого лич выбирает цели на сканении. Ну, в принципе, там черепок визуально вешается, так что должно быть все видно. На чему вешается вроде как луна. Ну, я буду говорить ник того, кому нужно выносить чуму. Если человек это знает, самостоятельно выносим, ничего не ждем. Если не знает, то тоже смотрите в дебаф. Чума там такой дебаф, зеленое лицо там такое, мертвеца, зелененькое такое. А можно кулак обновить, 2 минуты там осталось? Я бы даже сказал, нужно. Может, полиповера нету, пацаны? Да, нету. Да, нету. Ну, надо устранить этот недостаток. Было нормально все. Пока что его спиной подержу. Шаркающий через 2 секунды. Прямо в ромбике. Чума после будет, после заражения готовимся, чума 1 секунда. Так, дота, выноси чуму. Спел, отлично, возвращайся. Чума, 7 секунд приготовились. Внимательно смотрим свои дебафы. Чума, хирургия, выноси. Спел. Или я выноси. Спел. Ну как это получилось-то? Его продеспелил, видимо, близко стоял. Ранжа. Да не, что тут, я смотрю, нет, это в трюк. Это в треугольнике совершенно по ромбик выноси. Вообще странно. С мобана или уж какого? Так, Дед Мороз. Да, Дед Мороз это этот самый. На край идем, на край идем. Милос бьем. Бэск Найт первого духа, хирургия второе, блеф третьего. На Войда. Ниже там чума, да? Есть или нету, что-то не вижу. А, есть. Кто это? А, сейчас, а... Это Тенсика, это готовь сейчас диспелить с него чуму. Еще Зару умерла. Блять, что это было? Дух и значит, значит, когда зайдем на край или реснишь Лучезару, Нарти я хиляю, жуки. Жуки вроде как в центре появился, вставалку юз, заюзаем вот сейчас после этого. Ага, все, захилимся. Ярин, давай озарение, стоим в лече. Хватают три ванки, фулл ДПС, захильте. Ну, сражение будем хилить, 6 хилов. Валик бьем. Вот, надо убить этих валик. Сквернение через 5. 3. Так, сквернение на мне. Все, вышел, отнес, нормально. Следующее осквернение будет, ну, в сторону кружка примерно будут вальки лететь. Вот, но вы распределяйтесь на полукруг от осквернения до глыбы. РДД и хилы можете уже выйти на железное кольцо встать. Велики по команде пойдете в сторону глыбы. Сначала смотрим, где черепок, потом идет бить валик. Значит, уже потом. Или Нарти позаливайте в этом лучезару. Зрение, если не жалко. Скорнение отходим. А схватила, да, Валька? Бежим Вальку бить быстро. Да. Весь рейд. Это супер везучий момент. Все валик бьем, кружок и треугольник в приоритете. Быстро с танками любой. Давай, Фламенко гимн на хп, Фламенико гимн на хп, это что-то не прохиливают.
заражение. Вот, прохилили, слава богу. Добивайте две вальки. Теперь в центр никто не заходит, не хилы, выйдите оттуда. За предел круга выйдите. Сначала осквернение, потом поведу лича в сторону звезды. Будем лететь в сторону кружка. Заражение, захиливаемся. Осквернение, отбегаем от меня. И веду лича в центр. Входим, встаем в плащ лича. Захильте, ну захильтесь. Ну, хильтесь, хильтесь. Вы скнайпер. Вот, встаем в лича. Дамажит. Валик. Фул ДПС. Фул АУЕ. Лох в кружке, да? А что это с треугольником? Разбиваем, мы вешаем всю эту фигню, они мало хп. Осквернение 2 секунды. Право-лево из-под валика вышли. Велики вышли, разбежались. Набрали рейдж друг от друга. Смотрим на черепок. Черепок. Отлично. Идем к лечу, выходим с лужи. Замечательно. Наискосок встаем. Пять процентов до фазы, готовимся. Какой-то из паладинов ауру на лед поставите, мастера. 2% вальком стан, фул дамаг в лича. Идем за личом к порталу. Вальком стан, фул дамаг в лича. Вальком стан замедлить. Фул дамаг лича. Фаза пошла. Заражение захиливает. Дал незыбку. Даем массакру. Никого не схватили. Не шути так больше. Забегай, блеф, на край. Как дела у тебя? Незыбки даны. Ты стоишь в зиме. Подбегай сюда, Дед Мороз, в сторону звезды. Второй, четвертый твой. Первый, третий мой. Красава. Блеф. Очень плохо. У кого там БР остался? Вот этого второго забирай. Уярина, да? Кого бы резать там? Казика будешь резать. Перевид. Перевид, да? СС по Войду. Вдруг в комнате кто-то заслакает. Ну, а Кепаса, да? СС по... Я не знаю. Ну, по Деду Морозу, да. Значит, Ярин, когда зайдем на край, будешь резать этого Казика. Казик вставай только после того, как в челика в комнату заберет. Чтобы то вдруг ману, с маленьким хп встанешь. Ману. Сферы сначала разбить. Гимн на ману Фламиника. Все играем в духов. Да, подъебало духа не вставать. Ярина захиливаем. Внимание. Не получилось, господи. Незыбку отдаю. Перед ебалом духа не стоять. Блять, захиливать его это. Критично. Что, совсем, ну, нет хилок никаких. Ну, шоки там какие-то, не знаю, скоро там уменьшится. Все, в сторону глыбы уходим. Осквернение секунды. Разбежались. Бежим в сторону глыбы. Внимание. Череп, беги уже к глыбе. Не туда. Крюки не делаем никакие. За лечом прячемся. Поворачиваю леча спиной к ступенькам. Встаем в ступеньки. Быстрее. Дед Мороз, хлопаешь. Сейвы приготовь, по 5 минут, ну ты знаешь, что делать. Так, панцирь отдал, если что, я ставлю парочку, можешь пропустить мне, вот, если нормально. Все, дамажим. Дух еще. Так, БР. Жалко, Ярина убила БР наш, блять. Уходим уже на другую сторону, осквернения разбежались. От черепка бежим. Отбегайте с лужи, быстрее бегите. За лечом. За лечом. В сторону, куда лич ушел, сюда вставайте. Прячьтесь. Захилить. Мага захилить, захилить, захилить. Маг красного духа убить в комнате. Сбить ему каст. Блять. Блять, короче, ребята. Осквернение секунды. Сейчас после духа будет. Уже в сторону глыбы двигаемся. Там справа от осквернения. Ты чего? Ты оставляй в центре. Идем за лечом. За лечом, иди сразу. Крюки не давай. Ну черепок, ну там леча нету, братан. Сюда, сюда беги, брателло, блядь. Все, прячемся за лечом. Духи сюда летят. За лечом прячьтесь. Сука, прячьтесь сначала за лечом, а потом уже все остальное делайте. Вот, духи летят, вот видите. Мы хлопаем, вы хилитесь там, спокойно стоите. Вот, или это просто по КД повторяется. Осквернение, может быть, до духов разбежались. Может быть, до духов сейчас осквернением долго бьем. А, нет, на следующий раз, наверное, повезло. Уходим на противоположный край комнаты.
за лечом. Черепок, отбегите от него. Дам осквернение. Внимание, между двумя лужами проходим. Между Сциллой и Харибдой. Не заходи в лужу, что ты делаешь, дурачок? Дал мне зыбку, жуки. Блять, хильте войны, короче. Массакру, давай, не знаю. Господи, что происходит? Ну хилы совсем. Да тяжко, есть еще маны нету. Нрав КД, наверное, все, но я вижу, по-моему, только. А, нет, у Нарти. Ну, мана у всех практически. Нет, у Эли нету маны, но Иннер я в КД у нее вижу. Добиваем лича на мужика. Осквернение, прыгаем вниз с обрыва. Нет. Сука, Синтек, это ты вайпнул рейд. ГП. Блять. Да не, вообще сложно. Я, кстати, топ один. Серега, только не вставай, рапира, а, только вот не я вставай. Давно не играл. Серега, вставай, Серег, вставай, Серега. Ну почти убили, ебаный рот. Тут, я за этот вообще испугался, типа, что происходит, я никто не понимаю. Тут не встанешь, потому что он это. Он, видишь, написан дебаф. Неистовство, ледяной скорби. Воскрешение можно, невозможно. Можно встать в определенный момент, когда он начнет кастовать. Давайте он, проверим. Когда он выбит у него этот. Да, да, да. Пуху из руки тогда, да. Кто встанет за 100 голды? Давай закатать, я встану. Это, ребята, долго. Сейчас смотрите, такая тема. Долго очень сидим. Короче, пару нюансов есть обсудить. Сейчас я быстренько слеча, что выпало, раздадим. И буквально, не знаю, ну поздно, конечно. Ну, если у кого время есть и свое там, ну, у меня есть, не знаю, ну, может, минут 15-20 можно посидеть. Обсуждаем. Даруй мне последнее благословение. ГЦ всех, кто получил очих. Да, спасибо. Вся триада, вся триада уебалась в эту пятку, смотрю. Вот, надеюсь, вам понравился изи мод на личе. Вот. Когда-нибудь пойдем в норму. Честь отказаться. Езжать останешься. Но обычно, уже обычно соглашаются. Идет. Короче, выпал падение небес Крис Вечной Жи и Зов Хаус. Это пор королей Лордерона. Прямо прикольно. А можно мне шею и кинжал? Ну, вроде кинжал никому не нужен. Руговский вот. Кинжал, как у тебя ник, скажи? Хирургия. Так, на тебе. А может топорик взять? Хирургия, тебе топор нужен? Топор кому-нибудь? Топор нет. Мне нужен, но Фроста. Ну, прям носить кто его будет? Фрост сейчас будет носить? Или кто-то другой? Кто прям оденет его? Вы смотрите. Мне я нужен ретрика. Но он с ловкостью. Ретрика не надо. Ладно, дота вот на тебе. Если кто-то прям носить будет, то доте пишите. Так. Я так. А? Ну все, в принципе, и продавать не надо, потому что пока нету системы. Так, шея. Хирургия тоже, да? Давай, где ты? Хирургия, правильно? Да, но я не уверен, он мне меткость соберет. Ну, пусть я подобью. Короче, шею, если что, синдры хирургия дал, там смотрите. Там что там, хаст и пробивание брони. Все. Спасибо. Что-то сказать. Да, всем спасибо. Спасибо тем, кто. Спасибо. Спасибо тем, кто не хочет сюда ходить, но зашел.